Всем привет, дорогие мои! С вами Кунынова Анна и проект Фаберлик Онлайн. И в этом видео мы с вами посмотрим, боже мой, что мы только не посмотрим. И головные уборы, и носочки, и лонгсливы детские, и так далее, и так далее. Ну что ж, поехали. Первый у меня берет трикотажный, цвет молочный. Но мне он кажется таким прям беленьким, но он слегка молочный. Размер 56-58, состав 55 нейлон, 25 вискозы, 16 акрил и 4% шерсть. Артикул 600-908. Давайте же мы с вами его примерим. Итак, как же ж одеваются береты, слушайте, да, ребята? Может быть так, а может быть вот так. В общем, тут полет фантазии, я бы вам сказала, но берет довольно-таки штука для меня лично нужная и важная. Когда вот ветер, снег, дождь и так далее, ну, я считаю, что это великолепное дополнение к гардеробу, потому что светленькие беретики, они подходят под все. Следующий берет тоже трикотажный с артикулом 600-910 и состав точно такой же, как и у предыдущего. Поэтому давайте с вами просто примерять. Мое ощущение, что мне этот цвет очень даже подходит. А как вам? Посмотрите, какая вязка у него крупная, приятная. Аккуратненький, такой хорошенький. Конечно, он еще не слежался так, как мне нужно, но уже довольно-таки симпатично. Ну и еще одна красота с очень симпатичным цветом. Цвет мокка у него и состав идентичный предыдущему. Артикул 600-909. Давайте примерять мне этот цвет. Ну слушайте, хорошенький такой, да? Прикольный. Можно на любую, конечно, сторону его одеть. Можно подальше его сделать. Как вам хочется. Вот мне кажется, как еще вы мне скажете, да, посоветуете, что вот этот цвет мне меньше всего подходит, как думаете? Следующая красота. Воротник трикотажный на молнии. Артикул 600-920. Цвет черный. Размер 63x37. Состав 50 акрил, 25 нейлон, 25 спандекс. Давайте же его будем примерять. Очень интересно. Если я немножечко задену микрофончик, то я быстренько исправлюсь, дорогие мои. Так, ну что ж, давайте. Сначала его нужно расстегнуть. Он на молнии. Молния тут железная. Вот такая вот длинная железная молния. Значит, надеваем. Так, микрофончик я достану наверх. Так, ну и смотрим. Очень удобно, клево, классно. Я это все дело по-деревенски называю манишкой. Ну, потому что оно действительно очень сильно утепляет. Любой ветер, снег там с дождем, еще что-то, когда на улице действительно холодно, он очень сильно помогает. И следующий это цвет мокка с артикулом 600-921. Все остальное точно так же, как и у предыдущего. А вот шляпа трикотажная тоже очень интересная, теплая, плотная, с артикулом 600-905, размер 57-58, состав 100% полиэстер. Ну что ж, будем смотреть шляпу. Во-первых, изнутри, смотрите, какая красота, тут все регулируется и закрепляется, как у пляжных шляпок. Тоже очень интересно. Она у вас не спадет от ветра, если вы ее отрегулируете по своей же голове. Так, ну что ж, одеваем шляпку. Как вам? Тетя Мотя, да? Ну, скажите честно, тетя Мотя. Вот знаете, хочется видеть солнышко, небо, поэтому хочется сделать вот так. Следующая красотка точно такая же, как черная, но на ней мы с вами можем увидеть и выточки, и вязки, и все такое прочее, да, очень удобно. Изнутри тот же самый регулятор, только такого вот нежненького уже цвета под цвет шапочки. Артикул у нее 600-906. Давайте шмерить. Цвет у нас идет бежевый. Она вот таким образом расправляется, но тут она закреплена. Так, 3-4. Ой, ну слушайте, такая аккуратная шапочка, интересная. Вот. Ну и следующая шапочка идет с артикулом 697. Цвет просто серый.
Следующий беретик идет цвета мока с хищным рисунком. Артикул 600-922. Размер 56-57. Состав 86 и 20 полиэстер. Я про него почитала немножко, и там написано, что он прям вот как раз-таки одевается до ушка. Ну, давайте будем пробовать до ушка его надеть. Так даже интересно попробовать. Вот как-то вот так говорят, что он носится. Вот. Но кому, в общем, будет холодно, то можно, конечно, и слегка поднатянуть, одеть. Но тут, конечно, намного меньше выбора, чем у того берета. Все равно он, ну, как бы меньше выбора, да, чтобы вот туда-сюда его наклонить, получается, да. Все-таки в эту сторону как-то мне как будто и лучше. Может быть, из-за волос. Следующая шапка женская с артикулом 600-903 идет такой вот интересной формы. Размер 56-58, состав 100% полиэстер и цвет бежевый. Давайте же ее примерять. Она внутри так вот интересно соткана. Тут все прошито хорошо, все великолепно. Так, ну что ж, и давайте примерять. Вот такая вот она тепленькая, хорошенькая. И плюс ко всему затягивается. Вот тут можно затянуть так плотно, как нужно, для того, чтобы ее там не сбило ветром, еще чем-то. Вы знаете, вернулась мода 70-х, да? Ребят, я узнаю 70-е. Следующая шапочка точно-точно такая же, только черная, тоже регулируется, все с ней хорошо. Такая же внутренность, только артикул 600-904. Следующая идет шляпка с артикулом 600-916. Она идет в двух оттенках, черный и бежевый. Двухсторонняя получается шапочка. То есть вместо одной вы сразу, если будете приобретать, то две. Размер 56-57, состав 100% полиэстер. Давайте же с вами посмотрим. Вот так вот раз. И вот так вот с легкой руки два. Кому какая? Следующая шапочка ушанка идет в трех оттенках. Первый оттенок бежевый, артикул 600-912. У всех шапок будет размер 56-58 и одинаковые составы. Составы будут 42 акрил, 30 полиэстер, 28 нейлон. И подкладка будет 100% полиэстер. Конечно же, хочется показать ее вам поближе. Тут такой вот крупный вязаный рисуночек сверху. Потом, значит, искусственный мех. И изнутри, вот я ее вывернула полностью, тоже искусственный мех. Чуть посветлее, менее пушистее, чем мех, который будут видеть прохожие. А вот вывернула назад, и тут такая вот крупная красивая вязка и завязочки. Ну что ж, примеряем. Вот такая вот шапочка, довольно-таки плотная, и вот так завязывается. Мне не туго, мне как раз по размеру. Следующая шапочка-ушаночка, вот такая вот в черном исполнении, тоже весьма симпатичная, и артикул у нее 600-911. Следующая шапочка, такая вот светло-бежевая, очень приятная. Я бы ее назвала светло-бежевой, но на самом деле подписано, что цвет молочный. Но тогда пусть будет это темно-молочным, согласны, да? Вообще красотка, конечно. Ну а следующая вещь очень удобная. Это капюшон женский с манишкой, наверное, да, с утеплителем. Артикул 600-901. Размер у нее идет 60 прямо на 26. Состав 42 акрил, 30 полиэстер и 28 нейлон. Давайте же ее наденем. Тут сверху мягкая такая ткань, приятная. Шнурочки имеются. Сзади разрез, как вы видите. И самое интересное, когда мы с вами ее выворачиваем, тут еще есть один слой утеплителя. Тут хлопковая ластовица, можно так сказать, да. А изнутри все идет в цвет капюшончика. Ну что ж, давайте же оценим это чудо производства. Одевается он довольно таки плотненько. Всем привет! Так, давайте же все тут исправлять. Тут, значит, нужно достать вот эту штучку. Если сильный ветер и зной, ее можно вообще сделать таким образом. Вот, но на самом деле она теплая, хорошая и мягкая.
Вот так уютно. И под волосы есть место. И тепло, и хорошо. Следующий капюшон идет с артикулом 600-902. Состав такой же, размер такой же, только цвет светло-бирюзовый. Я бы даже сказала пастельный. Следующее мое приобретение — это сумка шопер женская, артикул 600-822, размер 35x40x12, и она идет вся прямо хлопок стопроцентный. Итак, давайте же ее посмотрим поближе. Вот такая она идет с мишками. Мишкам у нас помогает компания Faberlic, длинная ручка. Ну и если что-то туда положить, повесить на плечо, то с этой сумочкой можно действительно шопиться. Большая, вместительная, удобная. Я считаю, что она будет легко стираться в машине и подойдет и под продукты, и под какие-то вещи, под все что угодно. Согласны? Ну и плавно перейдем с вами на стол. Очень мне понравились и варежки, и носочки, и мужские, и женские, и детские. Конечно, хочется примерить варежки из стеганого текстиля, артикул 600-923. Длина у них 25 сантиметров, состав 100% полиэстер. Вот такая вот красота. Тут еще пока не закреплены. Внутри такие вот пушистики черные. Надеваются они, ну, мне прям они идут размер в размер. Идеально. Самая конечная точечка на катка. Здорово. Вот такие классные, они для всего. С горки с детьми покататься, снег полепить, еще что-то. То есть такие непромокайки получается. Следующая красота — это футболочка. Но это не просто футболочка. Покупая такую вещь, вы помогаете медвежатам, сиротам из приюта. Уже спасено более 300 сирот-медвежат компанией Faberlic. И я этим фактом очень сильно горжусь. Это просто великолепно — делать добро. Особенно если ты компания-миллиардер, если ты сильный, если ты можешь помогать и хочешь помогать. И это все помимо друг из приюта, сбора пластика и так далее, и так далее. Вот такая красота. Уже целых 9 месяцев Faberlic поддерживает Центр спасения медвежат-сирот. Центр выхаживает медвежат бурого медведя, оставшихся в раннем возрасте без мамы. Каждый месяц мы следим за жизнью и успехами малышей. В июне и июле медвежат активно обучались навыкам жизни в природе. Именно в этот период у медвежат происходит активное развитие всех форм поведения и навыков, необходимых для выживания в лесу после выпусков. Еще пару месяцев назад их кормили молочной кашей, а уже сейчас они полностью освоили территорию лесных вольеров и самостоятельно ищут корм, что очень важно для набора веса и зимовки. Осенью медвежата будут возвращены в природу, в регионы их происхождения. Мы стремимся не только дарить красоту, но и делать мир вокруг чуточку лучше. Приобретая продукцию Faberlic, вы тоже вносите свой вклад в работу центра. Футболочка на мне женская с принтом. Мишки идут, и тут подписано: это не игрушки. Вот такое вот клеенчатое покрытие. Я его натягиваю, оно не лопается, очень качественное. Артикул у него идет 870-965, размер 2XL, состав 92 хлопок и 8 эластан. Просто отличная футболка, замечательная, села мне размер в размер. Она идет на мне слегка свободного кроя, но мне это и нужно. Мне это очень-очень нравится. Длина футболочки у нас идет вот чуть-чуть-чуть, не прикрывает попу, вот такая вот. Тоже все удобно, все комфортно. Ну и сейчас на мне точно такая же футболочка. Также подписано, это не игрушки. Такой же классный медвежонок, но только светлая. Все то же самое. Состав хлопок, эластан, размер 2XL, артикул 870-971. В общем, у меня уже есть заказ на 2 черные футболочки от моей дочурки старшей. Ну и, конечно, мой обзор еще не все. Вот такая вот кучка новинок пришла, да. Это все носки. Но до того, как я их вам буду распаковывать, вы уже останетесь со мной, кому интересно эти горы посмотреть. Я, конечно же, хочу показать вот такие классные лонгсливы для деток. Артикул у беленького 871-011, размер 152-58, 92% хлопок, 8% эластан. Конечно же, давайте смотреть эту красоту. Тоже подписано, это не игрушки. Длинный рукавчик, как раз то, что мне нужно. Все прострочено великолепно, замечательно. Угу. В общем, нареканий продукту нет никаких. Будем носить с удовольствием и, скорее всего, даже
еще закажу. Хотелось бы, конечно, побольше ассортимента с другими надписями, но вот пока что-то маловато у нас в компании Faberlic. Прям просим еще. Ну уж очень мало. Нас побаловали детскими вещами, а мужскими еще меньше. Да, ну классная футболочка. Я скажу, что хочу еще. Ну и открываем черненькую. Очень удобная, кстати, упаковочка. На зип-замочке давить будет классно. У черной все то же самое, только артикул 871-206. Да, такая вот черненькая, прикольная. Ну, конечно, я, если буду заказывать еще, то только беленькие. Потому что как-то я не представляю свою дочь в черном. Это, наверное, больше, наверное, на мальчика. Я так думаю. Да, взяла самый максимальный. Мы как раз носим 152-158. Чему удивлена? Или... Наверное, кстати, не удивлена, а само собой разумеющееся, это очень хорошее качество, прям великолепно. Ну, на мой взгляд, все здорово, классно прошито, и ткань плотная, хорошая, настоящая, замечательно, просто замечательно. Далее у нас с вами идут просто наитеплейшие варежки различных цветов и тем. Сразу забегу наперед, я их все себе оставляю по той простой причине, что варежки это такая штука, их то где-нибудь забудешь, то еще чего-нибудь, да, и они, ну, всегда пригождаются, и чем больше у нас варежек, тем лучше. У этих варежек из искусственного меха артикул 600-919, цвет молочный, длина 22 плюс 6 сантиметров, состав 100% полиэстер. Я их уже попримеряла, хотя еще, да, видите, не разорвала. И могу сказать, что они приятные как снутри, так и снаружи, потому что внутри они тоже нежные, легкие, мягкие, приятненькие и очень даже уютненькие. Мне понравились, классные, подойдут под любой образ, потому что цвет такой ходовой, что ли, да, цвет. В общем, здорово. Следующая красота – это варежки из стеганого текстиля. Состав у них идет 100% полиэстер и длина 25 сантиметров. Взяв эти варежки в руки, я подумала сразу, вот, с ребенком играть в снежки, кататься с горки. Ну, просто великолепно. Они мне прям как раз, и я понимаю, что даже если в них будут мерзнуть рука, хотя я очень сильно сомневаюсь, потому что, слышите, да, вот эта вот баллонька сверху и мех такой внутри. У нас с вами есть грелки для ног, они такие плоские, и я их люблю больше даже, чем для рук. Их можно наклеить внутрь и ребенку, и себе в варежки за счет их плоскости. Они будут и ручку греть, и будет очень здорово, классно, удобно и кайфово. В общем, такое великолепие у нас с вами с артикулом 600-924. Длина ровно 25 сантиметров. Далее еще одна вот такая вот пушистая красота. Она идет с артикулом 600-917. Это тоже варежки из искусственного меха. Точь-точь такие же, как и предыдущие, только черные. Тоже такая же красота. И изнутри мех черный, да, там был коричневый, такой светло-коричневый, да, а тут уже вот такой вот черненький, хорошенький. Ну что ж, будем надевать с радостью, носить, кайфовать. Так, ну еще одна красота. Это варежки из искусственного меха, бежевый, длина 22 плюс 6. Они идут более такие уже бежевые, но тоже я считаю цвет этот мега-ходовым. Удобно и классно. То есть те более такие светленькие, а эти такие более бежевые, приятные, тоже на ощупь. Все точно так же здорово. И мех абсолютно идентичный в белых, да, точно такого же цвета. Хотя в белых он казался таким коричневым, а тут рыженьким. Тоже интересно. В общем, запаслись теплыми вещами на зиму. Так, далее у нас с вами идут носочки. Первые идут носки для детей с принтом. Артикул 810-492, размер 20-22. Такая вот красота. Да, это вам не игрушки. Такие обычные, хорошие, добротные черные носочки великолепного качества. Да, больше ничего сказать не могу. С принтом мишки. Следующие носочки я прям из кучи беру наугад, потому что такая куча, я просто вывалила на стол, если честно. Они все такие классные и разные. Это уже носки женские из хлопка с принтом, тоже из серии мишки, это не игрушки. Артикул 810-480 в размере 36-38 я приобрела. Такая вот бежевая, приятная, однотонная красота. Буду с превеликим удовольствием их носить. Довольно-таки хорошенькие, свеженькие, прикольненькие. Дальше носки для детей с принтом. Артикул 810-496, размер 16-18. Давайте же эту красоту посмотрим. Ой, мне кажется, такие маленькие. Я где-то ошиблась. У меня даже не знаю, кому такие можно и подарить. Такое чувство, что я не туда тыкнула. Ну, стоп, знаете, как выглядят маленькие носочки на сайте Faberlic. И то, что на них коричневый мишка, на всех беленьких. Понятно, все понятно.
Так, следующее тоже мишки, носки белые, артикул 810-482, размер 36-38. Вот такая красота, бегло, да, пробежимся. Довольно-таки, кстати, очень ничего, средней плотности, да, носочки не тонкие. Это я их уже очень сильно натянула. Слушайте, ну мне нравится. Хорошо прям, классно. Добрались до черных носков, но это тоже женские, с артикулом 810-478, в размере тоже 36-38, точно такие же, как белые, только черные. Тоже тут вот это все в рубчик, здорово и классно. Я бы сказала, что очень удобно, когда такое большое обновление носков. Только не очень удобно для блогеров. Очень много носков раз. Можно сказать, мне пришла целая коробка. Ух ты, какие интересные носки. Значит, это носки женские с геометрическим рисунком. И состав у них овечья шерсть, я так понимаю. Состав 45% полиэстер, 26% акрил, 22% нейлон, 4% шерсть, 3% эластан. Размер 36-38, артикул 810-464 в размере 36-38 я приобрела. Ну, они абсолютно другие. Такое чувство, что они даже легче тех хлопковых и довольно-таки хорошо тянутся. Хочется их надеть на руку, чтобы проверить, колются ли они, потому что там шерсть в составе, да? Нет, слушайте, ребят, абсолютно не колется. Все очень комфортно. Ну, руке 100% хорошо и комфортно. Они такие плотненькие, изнутри такие вот пушистые, потому что тут идет вышивка, а не покраска, да? Они у вас наверняка не поблекнут. Ну, слушайте, великолепно, великолепно. Так, еще есть такая же зеленая расцветочка. Тоже здорово, с артикулом 810-466, если смотреть размер 36-38. Тоже такие же хорошенькие. Красота, да и только, ребят, да, согласны? Очень такие удобненькие. Так, нашла еще одни носочки в рубчик. Артикул 810-462, тоже женские, с геометрическим рисунком, тот же самый состав, только более нежная расцветочка, да, приятненькая. В общем, красота, да и только. Хорошие, мягкие и очень теплые носочки. Дальше, слушайте, как все тут похоже. Так, 810-450, размер 36-38. И 810-451, размер 39-41. Носки женские с шерстью. Понятно, я заказала сразу два размера. Натыкала. Ну, какие? Эти уже такие более грубенькие, менее мягкие. Довольно-таки очень плотные. Ну, слушайте, такие я тоже люблю. Тоже удобно. Они более тонкие, чем те, но более плотные. Мне кажется, что в тех, что в других, будет очень даже симпатичнее. Видите, они такие в крапинку, да, получаются. Ну, здорово. Да, еще и оба размера заказала. Говорят же, да, что носки не дарят, но я, походу, буду дарить. Еще одни носки, точно такие же, тоже в размере 39-41. Такие прям, знаете, после тех очень сильно мягких, носки, по идее, сами по себе не грубые, но они, мне кажется, очень грубыми, потому что предыдущие были сильно мягкие, да, такие прям няшные. В руке у меня 810-455 артикул в размере 39-41. И вот такая красота в размере 36-38 с артикулом 810-454. Ну, смотрю, у меня еще несколько размеров задвоилось, поэтому обзор сокращается тогда сразу. В руках у меня еще одни такие вот, те самые грубенькие, но уже кажущиеся мягкими носочки. С артикулом 810-444, цвет светло-серый меланж. У них тоже состав 47% полиэстер, 43% акрил, 7% шерсть, 3% эластан. То есть 7% шерсти, да? В мягких было 2%, а тут 7%. Хорошенькие такие. Вот эта расцветка, мне кажется, она ко всему подойдет. Мне очень нравится такая расцветочка, да, ну и в размере 39-41, артикул 810-445. Дальше носки для детей с принтом, слава богу, размер 20-22. Так, это, наверное, мишки, как я предчувствую, да? Артикул 810-495. Состав у них такой же. 68 хлопок, 29 полиэстер и 3 эластанчик. Вот такие хорошенькие носочки. Пусть Викуська моя носит. Носочки – это дело такое нужное всегда. Вроде бы кажется, а куда столько носков? А с другой стороны, ух, как они летят. Да, согласны? Особенно, когда их копишь, стираешь кучей. Я вот люблю кучей носки стирать. Итак, еще две одинаковые пары. Опять-таки, да, носки женские с шерстью в 39-41 размере 810-449 и 36-38 810-448. Да, те самые грубые, но уже мягкие, кажется, носки.
Очень плотные, хорошие такие. Может быть, где-то немножечко слегка и покалывают, но так ничего. Или мне кажется, что они покалывают. Вот не могу понять, ребят, честное слово скажу. Нет, может быть, и даже и не колют, потому что тут вот рука нежнее, я не чувствую покалывания. Ну, в общем, вроде бы нет. Боюсь уже обмануть. Так, еще одни мягкушечки с 2%, да, которые с шерстью. Цвет у нас идет мокко и бежевый с артикулом 810-460. Вот эти вот пушистики изнутри, да, как я их назвала. Угу, хорошенькие такие, теплые, конечно, плотные носочки. Так, ну еще две великолепные пары, такие темно-синего оттеночка. Артикул 810-447-39-41 размерчика. Да, такие вот они хорошенькие. В общем, все цвета заказала. Как хорошо, что камера не капризничает и, на мой взгляд, передает просто наивеликолепнейше. И в размере 36-38 артикул 810-446. Так, а это уже, знаете, похоже на новогодние какие-то носки, да, согласны со мной. Артикул 810-452 в размере 36-38. Те самые с 2% шерсти. Прям такие зеленые, как будто новогодние. И у размера 39-41 артикул 810-453. Так, дальше посмотрим ту красоту, которую я ждала больше всего. И, если честно, разочаровалась. Вот серьезно. Прям хочу повозмущаться, почему белых-то не выпустили носков. Так хочется обычные черные и обычные белые носки. Ну вот, смотрите, черные есть, да, я сейчас закажу побольше. Это самый, наверное, ходовой будет товар из всех носков, да, черные и белые носки, это самый ходовой. Ну вот хотя бы черные нам с вами сделали. Я еще, знаете, что надеюсь? А вдруг белые были, просто их пока не было в наличии. Вот я на это надеюсь очень. Носки мужские с шерстью, то есть это такие теплые, но не сильно толстые носки. То есть средние такие, с артикулом 810-485 в размере 43-44. Да, то есть такие вот тепленькие, хорошенькие, очень хорошо тянутся, комфортненькие, приятненькие. Ну и я могу сказать, что они сойдут даже за обычные, но они, конечно же, будут потеплее обычных, честно это сказать. Вот, потому что все-таки они идут с шерстью. Далее, точно-точно такие же, как черные, только красивый такой, реально красивый синий цвет. Мне очень-очень нравится такой цвет, глубокий, темно-ярко-синий. Я не знаю, как это дело описать, но очень красиво. С артикулом 810-487 в размере 43-44. И вот такой вот меланжевые, наверное, да, такие серый такой оттеночек. Темно-серый меланж называется с артикулом 810-489 в размере 43-44. Тоже такой хорошенький. Угу. Великолепно. Ну что, продвигаемся к концу. У нас сейчас с вами пойдут двойные. Так, значит, двойные такие вот носочки. В упаковочке носки в рубчик из хлопка. Две пары. Артикул 810-472. Бежевый, черный. Размер 36-38. У них состав уже 68% хлопок, 29% полиэстер и 3% эластан. Давайте же смотреть. Такие вот прям абсолютно бежевые, аккуратные, хорошие носочки. С превеликим удовольствием буду их носить. И вот с такой черной окаймовочкой. А тут зеркалит, да? Абсолютно черные носочки, но с бежевой окаймовочкой. Но когда они у вас натянутся, тут рубчик немножечко светлее, да, то есть полосочки очень сильно видно. То есть такая вот красота. Ну, прикольные носочки, да. Так, следующие носочки в рубчик тоже очень интересные оттеночки. Прикольно, но вот эти уже более темные и более однородно покрашены. С артикулом 810-476 в размере 36-38. Такой вот молочный, прям с желтинкой даже, я бы сказала, да, по сравнению вот с белым цветом, с белым столом. Ну, стол у меня не идеально белый, да, но пакет реально белый, хоть и прозрачный. Так, ну и такие вот коричневые красивые носки. Вот смотрите, первая, да, пара. Абсолютно одинаковый оттенок, бежевый, только тут коричневая каймовочка, а тут черная каймовочка, да? Вот, значит, такой вот прям насыщенный коричневый цвет, а вот в рубчике, да, внутри рубчика, как будто даже фиолетовым оттеночком таким каким-то отдает, еще какой-то более темной ниточкой пошито. И у них цвет идет слегка поспокойнее, чем на камеру. Почему-то на камеру они такие прям красновато, да, коричневые, на самом деле нет. Это спокойный коричневый оттенок и спокойный бежевый оттенок. Ну, бежевый хорошо передается. Они идут с артикулом 810
474 в размере 36-38. Вот такой вот ассортимент еще у нас с вами. Так, дальше. Последняя красота. Ну, куда же без классики, да? Носочки в горошек. Чувствую, что они идут с какой-то еще ниточкой. Давайте же с вами их почитаем. Носки женские в горошек. Артикул 810-470. Размер 36-38. И вот наш составчик. 45 полиэстер, 26 акрил. Угу, вот с акрилом они, да. 22 нейлон, 4% шерсть и 3% эластан. Очень такой интересный состав. Что-то я не помню. Носки с таким составом, да? Вот тут как рисуночек, да, как вот эти горошки вышиты. Мягкие такие, хорошие. Довольно-таки очень плотные носки. Хотя, когда я их взяла в руку, они мне показались такими, знаете, скромненькими, тоненькими. Ну, и еще вот такие же, идентичные предыдущему. Носки женские в горошек, только цвет бежевый. С артикулом 810-468, размер 36-38. Дальше идут две пары абсолютно одинаковых носков, только в разных размерах. Значит, носки с хищным принтом. Поняли, да? Да, вот такие носочки. Я тоже чувствую акрил в составе. 73 полиэстер, 17 нейлон, а акрила нет. 7% шерсть, 3% эластан. А мне показалось, что акрил есть. Но вот честно, не чувствую разницу. Может быть, она и есть, но я ее не чувствую. Вот горошки и хищный принт. Вообще для меня абсолютно одинаковые на ощупь и по плотности. 39-41, артикул 810-457. А вот маленький размер носочков, артикул 810-456, идут в 36-38 размере. Так, дальше мы с вами поговорим о последних носочках с хищным принтом. Артикул 810-458, размер 36-38. А в размере 39-41, артикул 810-459. Вот такая вот красота. Отлично. Я считаю, что здорово. Мне очень-очень нравится. Да? Согласны со мной? Ну что ж, мои дорогие, с вами была Кононова Анна, проект Faberlic Online и мой такой вот разношерстный обзор. До новых с вами встреч!